К барыге поехали. Ты уже снимаешь, что ли? Да. А. Всем привет. Короче, Миша уехал отдыхать. Так не засняли мы этот двигатель. На самом деле, очень хороший проект был бы, если Миша его заснял бы до конца. Собрали двигатель. Отрегулировали. Какой? 4G? Да, кажется. Собрали. 4G 56. Собрали двигатель. Постель восстановили. Бал вращался идеально. Померили вылет поршней, подобрали прокладку, отрегулировали клапана, собрали. Вот этот двигатель будет ходить долго и прикольно. Будем отправлять завтра его куда там, на север, Ханты-Мансийск. Поршень прогоревший. Прогоревший поршень, вот он. А что прогоревший? Ну, показываем. Да, все новое, поршневая полностью новая. Двигатель идеальный. Сейчас топливный насос проверили, форсунки проверили. Сейчас будет ездить нормально. Насос. Передай что-нибудь хозяину автомобиля, а то у нас. А, хозяину хочу сказать, чтобы первые 500 километров я поменял масло через 500 километров. И эксплуатировал бы до 2000 автомобилей в щадящих режимах, так, до 2000-2500. Ну, чтобы нормальная приработка произошла деталей. Все остальное будет нормально. Я за свою работу отвечаю. Пока.